Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в 7 Days to Die с модом Undead Legacy. В общем, я достроил коробочку. Да, теперь она вот такая. Поставил турельку, лазерки. Ой, эти, лазерки. Мясорубки и все остальное. Вот, все в бетоне, все хорошо. Две стены. Так, сейчас я зайду быстро в настроечки. 100%. У нас есть, короче, такое количество патронов. Сокол, который мы выпьем, плюс 50 урона, плюс 20% к этому. И у нас есть 2 очка. Во что бы их кинуть, пока вообще не представляю. Сюда я не хочу, в силу дальше смысла качаться нету. Потому что везде максимум... А, тут 10 нужен на автомате. В общем, ладно, надеюсь, в этой орде мы устоим. Я даже коктейли молотого не взял. Так, использовать. Понеслась. Да, сейчас они пойдут вовсю. Понеслась. И чаек надо использовать. Все, они пошли. О, стоп, стоп, стоп. Включить. Я совсем забыл. Ой-ой, подлагивать. Да что это такое-то? О. Они куда-то пробежали. Да, там шипы работают активно по ним. И электрические ограды тоже. Что, они все в одну кучу пошли? Непонятно. Да, я поставил там колючку. Шипы поставил. Но электричество дамажит. Оно снизу стоит. И еще шипы должны активно работать. Вот, кстати, не видно, работают шипы или нет. Ну, пока все идет хорошо. Раз все идет хорошо, сделаем еще лучше. И гранатку. А что, граната не взорвалась, что ли? А, забыл. Кстати, я хотел со... Вот что посмотреть. У нас еще пулемет есть, так что мы сильно не переживаем за это. Пулемет есть, мы с него постреляем. Скорее всего, даже в эту орду. Я не вижу, чтобы шипы работали. Они были подключены 100%. Если нет, то это жесть. Ха-ха! Вот что делает с зомбаками электричество. Да, ремонтировать все это придется, конечно, долго, но что ж поделать. Есть такая возможность, почему бы не пострелять. Патроны, благо, есть. Я залутал пару магазинов. Контактная граната что-то не взрывается. Что-то они проходят очень далеко. Предчувствую, что они проходят далеко из-за того, что там нету, скорее всего, того, что я хотел. Так, ну что ж, пулеметик. Да, я нашел модификацию на пулемет, которая дает нам дополнительно плюс 100%. 107% на этот. 107% на... Как он называется? 107% на размер магазина. Вот, не знаю. Чудом просто. Также залутал военную базу, которая оказалась обычным магазином с тиром. Вот. Так, я слышу, они сбоку. Где-то вот здесь они. Надеюсь, они не будут прорываться из бетона. Я даже дверь тут открою, ребят. Открывайте здесь. Так, коктейль молотого, давай. Давай, давай. До мясорубки еще даже не дошли. Кстати, калашников. Че это мы с калашами стреляем? Да, провода немножечко мешают. Ну, у калаша хороший урон. О, калашников до 4-го прокачался. Да, они куда-то влево убегают. Я вам и дверь открыл, а вы что-то все равно куда-то бежите никуда. Не надо так делать. Вроде все нормально. Так, давай вот это возьмем вместо гранат. Раз гранаты такие фуфловые. Ну, пока непонятно. А у меня на опыт очки-то хоть? Да, очки на опыт одеты. Я даже испугался, думал, очки на лут. Так, у нас автомат до 5-го прокачался.
Если честно, я хотел еще пострелять. А, мясорубка. А, она жива, я просто не увидел. Я хотел с пистолета пострелять. Вкачивать надо все, поэтому почему бы не вкачать. Так, тут у нас еще 105. А, я не вижу. Во что-то я попадаю 100%. Я с собой взял молоток и... Ребят, дверь открыта, заходите, что вы? Взял с собой молоток и бетон. Только я вот не помню, они у меня в кармане или нет. Но я думаю, что если что, мы отобьемся. Интересно, они будут сколько идти вообще? Ну, до нулей? Точнее, до 4 утра или как? У меня до 4 утра патронов не хватит. Это 100%. Или тут какое-то конкретное количество? Хотя у меня снайперка есть. Я думаю, что снайперка зарешает в этом вопросе. Да, я 100% слышу их вот здесь. Это страшно. Ага. Как хорошо, что... О! Ты там не надо, ты там стой пока. Так, давай пока Калашникова возьмем. Он вроде себя неплохо показывает. Я бы даже сказал, очень неплохо. Ой, я, кажется, левелапнулся. Так, надо еще зельку выпить на опыт. И коктейль молотов закинуть. Сейчас кто-нибудь от огня да сгорит. А не сгорит, расстреляем. Слушайте, ну, смесь коктейлей Молотова и этих... ну, в мясорубку хоть что-то. Смесь коктейлей Молотова и электрические ограды очень хороша. Да, они пробегают мимо. Только почему-то они с одной стороны бегут. Ой, я слышу паука. Я поставил специально снизу ограду, потому что так выгоднее намного. Главное, чтобы бензин не кончился. Бензина у нас пока нету, потому что у нас нету ничего для того, чтобы было много бензина. Но, кстати, автоматики ломаются неплохо. Но у нас есть ремкомплекты, поэтому я не переживаю за это. Кажется, я слышал собак. И полицейский идет. Так, мне взрываться тут не надо. Надеюсь, что шипы реально работают. Если да, то мы в некоторых стенах, ну, в боковых стенах просто заменим блоки на шипы. Тем самым они будут просто с боков по ним дамажить. Хим костюм. Блин, там столько ресов, а? О, мусор, мусор, мусор. Не стреляй, не взрывайся. Да, я колючку еще к стену прилепил, чтобы они не могли ничего сделать. Вроде тут все нормально. И тут нормально. Пока все идет хорошо. У нас сломался. Ремонтируем. И зарядка. О-о-о-о. На калашников он хорош, у него модификаций много, поэтому он спокойно выдерживает. Ну, у него разброс маленький и так далее и тому подобное. О, 8 уровень уже. Псина там. Там колбасит псину. Я вижу псину, но я не могу в нее попасть. А чё, турель не стреляет, что ли? Мы потом посмотрим. А вроде не должно быть. Они должны подходить все сюда, потому что я там убрал забор, и они... Ну, это не забор, а лестница. И они как бы не должны. Не должны, короче... О, псина ещё одна сдохла. А ты живой, что ли? Шарик.
Да, я специально сделал на нижнем ярусе, чтобы они собаки именно умирали. Я даже дверь вам открыл, ребят. Птицы прилетели. Но турель все еще не стреляет. Давай, перепрыгивай, что? Походу, да, это псины. Либо это зомбаки маленькие. Ой, эти, с ломанными ногами. Там же шипы стоят. Если шипы не работают, это обидно. Шипы должны работать. Да, я слышу, как шипы работают, все нормально. Да, чинить, конечно, придется много. О! Калашников 9, вон какая прелесть. Ну, наконец, ты перепрыгнул. Блин, время только первый час. Да, минус вот этой штуки в том, что собаки невидимы для меня. Они прутся, все нормально. Непонятно, они что-то бьют, блоки. Пошли вон отсюда. Так, коктейль молотого, давай. Что-то гранаты не работают, пока непонятно почему. Но гранаты ни хрена не работают. Только коктейль молотого. А, нет, они идут, все нормально, мне показалось. О, ППшка прокачалась. Да, это, кстати, новая ППшка. Она или нет. Или да, не помню. Да, из этих проводов немного не камильфо, конечно, ловушки. Надо фиксить. Смотри, как долго. Они что, реально будут переть до усталого? А есть какая-нибудь, надеюсь, модификация, чтобы, ну, настройки, чтобы эти сундуки не исчезали? А то, я так думаю, они скоро поисчезают. Так, внимательно вам еще коктейль молота раз выбросить. Там просто собаки, а я по ним не попадаю. А так они хотя бы сгорят. С вероятностью. Ну, вон уши есть, но я по ним не попаду. Да что там, что там? О, мент. Взорваться не надо. Опять? Блин, чё с турелью-то? Походу, она не стреляет. Ну, не знаю, такое себе тогда. Нет, они долбят блоки. Чем вы долбите блоки, ребят? Нормально общались. Да, они долбят блоки. Я вам открыл дверь, чтобы вы долбили блоки. О, псина. Перезарядочка. Вторая псина. Ну тут электричество везде долбит, поэтому я не боюсь за это. Да, шипы работают, все нормально. Там уже, кстати, электричество еле-еле работает. Зачем вы долбите эти блоки? Я ведь сейчас поднимусь, ребят, вы что? Опять собака. Я сейчас поднимусь. Нет, там никого нет пока. Так, так лучше не делать, потому что... Потому что мы пилоты. Нет по нас, нет по нас, родимый дом. Опять птица прилетела. Все, закрывай. Мне кажется, или сундуки исчезли половину? Нет, они реально долбят. Я тебе плюну. Ладно, давайте вылезем на секундочку. Не, не хочу. Я передумал. Кстати.
У нас же есть пистолет. Правильно? О, байкер бежит. А еще у нас есть винтовочка. А, я их забыл перезарядить. Так, стоп. Давай, взрывайся. Я для кого это кидаю? А, перезарядка. Ну давай, починю. Ремонт. У меня всего два ремкомплекта, серьезно? Кстати, у меня патрон заканчивается. Что-то там еще есть. Так, ну. Птиц я не вижу больше. Кто тут такой умный? Так это вы. Зачем они тот блок ломают, когда тут открыто? Я здесь. Я вышел даже ради вас. Ребят, давайте. Не тратьте мое время. О, автомат до 10 прокачал. Да, они реально долбят тут. Зачем-то. Глупые зомби. Я им дверь открыл. Наверное, из-за колючки они ее долбят. Я колючкой всю базу облеплю. Реально, всю базу облеплю колючкой. Чтобы они не могли вообще ничего сделать. Ну, чтобы им пришлось именно идти сюда. Уже и так два блока. Либо еще боковыми блоками бетонными обложить все. Чтобы еще усиление усилить. Чтобы они точно сюда не шли. Да, сломалось там дофига. Походу, это последний. Кажется, у меня 11 уровней калашникова. Так, а это значит, что нам надо выпить водичку. Тут у нас 34 патрона. Давайте их добьем. Еще 10. Да, из-за качественной запроводки немного целится хреново. О, все, патроны кончились. Кстати, дробовик. Вроде да, как бы далеко, но все равно дробовик работает. Так. Надо было ремкомплектов больше взять. Почему мне кажется, это все? А, нет, это не все. Они на шипах, на обычных, вот на этих, на колючки помрут. Я переживал, но нет. Я думаю, что отремонтировать колючки придется несколько штучек. А для этого надо будет электричество заюзать. Надо прицел другой поставить. О, левелапчик. Кстати, я давно не пил. Зельца. Я наготовил много всего, много чего нашел. Я вам сейчас все это покажу. Ну, естественно, после того, как мы залутаем нашу маленькую орду. Нам бы такую штуку, которая будет простреливать насквозь. Насквозь будет простреливать. Слушайте, это что такая долгая орда-то? Я думал, она будет быстрее намного. Ну, типа, сколько зомбаков? 100, 150 надо убить. Угу, понятно. Зачем вы долбите эту стенку, ребят? Ну, у вас же без шансов. Она бетонная. Я... Из железа бетон надо сделать? Походу, да, надо два ряда из железа бетона сделать, а все остальное из бетона. О! Так, с тобой надо разобраться по-быстрому. Ну, Надя, раз вы просите, все. А, мы же патроны все на калаш потратили. Надо об этом не забывать, кстати. Да, турель, походу, верхняя не стреляет от слова совсем. Причем, мы реально еще полчаса будем сражаться? А, ну полчаса осталось. Фигня вообще. То с левой стороны бежали, то теперь с правой. Вы уж определитесь. Там же проход свободный. Чё вы тут бежите? Ну и осталось тут их. У нас осталось 13 патронов. О, вот этого надо дяденьку пристрелить, пока он не грязи не натворил. Так, ну у меня еще вот это осталось. Да, у нее разброс большой, ее бы прокачать, а лучше другую найти, типа. Но... Да, шипы работают, я слышу.
Ну, у нас осталось 20-30 минут осталось. Точнее, 25. До того, как они встанут. Точнее, до того, как... Ой-ой-ой, кто это там? Все, я... Все. Так, сейчас. Буквально 40 секунд. Точнее, 20 секунд. Ну, 20 минут игровых. Что, реально будете переть прям до конца ночи? Ну ладно, тогда у вас 17 минут осталось. 16. Они даже до ограды не дошли. До ограды дошли только собаки. И все, больше до ограды никто и не дошел. Путного. 9 минут, ребят. Ну как там? Девять минут. Главное, чтобы полицейский не взорвался, а остальное мне все равно. Что-то прокачался. Автоматы до 15. Две минуты. Одна. Все. День. Точнее, все. День. Кровавая луна кончилась. А они, смотрите, все прут и прут. Это что за прикол? Там и полицейский. Так, мне это не нравится. А чё они все прут и прут-то? Так, ну это как минимум означает то, что мы их сверху можем расстрелять. А, турель она отстреляла свою. Давай заберем тогда сюда. Ой, следующего хреновую тучу лута. Давай. А что, у меня патров нету? А, я патры выложил. Ладно, окей. Все? Да, все. Короче, да, последний спаун, орда и все такое. Давай, вот это одеваем. Вот это используем. И понеслась. Да, ну, было потненько. Патрики мы слили, но я надеюсь на то, что мы сейчас хотя бы кое-как что-то довернем. В идеале бы вообще сейчас пойти отрубить все. Так, кстати, два блока. Надо отрубить все, я забыл совсем. Так, лестница, вот это. А, да все равно, как? Главное залезть. Так, выключить. И у нас 68, то есть у нас потратилось где-то 20 топлива на все это. В общем, ладно, сейчас мы это все с вами обязательно залутаем. И посмотрим в итоге, что нам попалось. Так, все, продолжаем. В общем, у нас тут по патронам немного осталось. Но мы тут уже что-то нашли. Поэтому надеюсь, что... Электричество я отрубил. Скорее всего, оно сломано ближайшее, поэтому сильно на него рассчитывать не будем. Мы сейчас просто все залутаем, будем надеяться. О, так, патроны на автомат мы точно нашли. Пакет какой-то. Подожди, у меня есть молоток. Ёпта, что у меня тут? А, это я дубинку взял, да, молоток. Чисто проверить, как у нас тут по сломанному. То есть шипы не доломались даже до конца. Электричество сломалось. То есть в идеале, мы можем поставить чуть больше шипов. И просто надрать всем зад. Так, тут все норм. Мясорубки тоже не поломались почти. А это? Это вообще нулевое. Ни хрена себе. А что тут по бетону? По бетону тут еле-еле. Так, давайте зайдем. Немножечко снизим. Сделаем потемнее. Так, а тут что? Тут что-то не ломали. Да, они тут сломали пару. Ну, блин, ну еле-еле. Так, забирайся. У нас перегруз даже. У меня бетона нет? Почему? А, потому что я дурачок и не взял его. Так, давайте отсортируем по ценности.
Не надо. По ценности снова. Еда, лук, вилы, ключ синий. Тоже не надо. Это точно. О, маска Река. Неплохо. Вот это мы снимем только. Она просто выглядит прикольно. И костюмы рековские мы нашли. Ну, сопротивление у нее хреновое, конечно. Железную лопату нашли. Она вроде более лучше, чем наша. Поэтому мы, естественно, ее воспользуемся ею. Так, мы нашли 429 дюков даже. Блин, почему они постоянно, когда их снимаешь, они с лестницы снимаются? Стоп. Вот почему ты сделал так, объясни мне. Так, давайте немножечко отремонтируемся. Ой, да ёб твою за ногу. И опять так, да? Да, опять так. И сейчас мы это все отремонтируем. Не забудь только взять. Так, все, да, я тут немножечко отвлекался. Вот, паттеры-то у нас лежат. А, подожди. Во-первых, ну, поставим, конечно. Толку от этого нет. А почему у меня бетона нет с собой? Я что, бетон не взял? Да, я не взял бетон, прикиньте. Ха-ха, опять я пролюбил момент с бетоном. Так, о, мы, кстати, булаву нашли. Это что такое? Оружие с лезвием наносит на 10% больше урона. Давай используем. У нас тем более есть. Вот наша шоковая дубиночка. Прекраснейшая. Так, это нам тоже не надо. Тесак. Так, по паттерам. Что по паттерам? Ну, 160. 556. Это вот на это. Тут у нас и так нормально было. Так, то есть я бетон не взял опять. Вы молодец. Так, тут у нас все хорошо. Так, тут у нас все хорошо. Да ты че, в смысле? Ты издеваешься? Ладно, тогда давай сделаем вот так. Это мне 100%. Да, кстати, у него увеличенный магазин тоже. А, чок. Мы тебя заберем, мы скинем тогда давайте какие-нибудь... Даже не знаю, что скинуть. Так, ну это давай тогда сюда наденем. Что скинуть-то такого, чтобы... А, ну можем сталь? Вот так вот скинуть сейчас немного хлама. Его просто забрать потом, как только так сразу. Как только вот сюда запрыгнем. И все. Короче, бетон я забыл на базе. Вот эта вот еда, которая у нас, она дает и воду, и все. Мы ее используем, естественно. У торговца через пару дней обновится ассортимент. Кстати, можно перезарядить пулемет. Пулемет себя неплохо показал. Ну, блин, у него разброс огромный у пулемета, если честно. Так, тут все нормально. Пехоль, кстати, тоже меня порадовал. Вот это тоже прикольно. Шоковая дубинка, она и в Африке шоковая дубинка. Но нам не понадобилась. Я все снаряжение скинул там. Кстати, у меня в джипе что-нибудь есть? Ты что, издеваешься, что ли? В джипе что-нибудь есть? Нет. Это означает, что я все скинул. Да, я тут освободил поляночку. Я сейчас вам расскажу, для чего. Поляночка это нужна для того, чтобы мы на ней будем устанавливать. А устанавливать мы на ней будем буры, которые будут добывать нам топливо. Так, это мы используем обязательно. Я специально этот чертеж взял. Вот, буры, которые будут добывать нам топливо. И буры, которые будут добывать нам... Так, это скинем. Что скинулось? Так, 10... Это 44-й. Ага, ясно. Так, 7,62. Угу. Так. Пистолетных патронов дофига осталось. 5,56. Ага. Так, это даже можно вот так вот скинуть. Я люблю, когда все красивенько и ровненько. 5,56. А тут что осталось? А какие патроны у нас не остались? Странно. Подожди. Калаш есть, 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 есть. А, дробовые. Дробовых-то у нас 500. Да, мы же... Столько нам нафиг не надо. Вот, поэтому мы оставим. Арбалетные болты мы сейчас возьмем в другом месте. Гранаты мне не понравились. Я не знаю почему, но они как-то не взрывались вообще. Коктейли молотова мы накрафтим обязательно. И вот эти вот штучки мы скидываем. Так, это сейчас все мы отремонтируем быстренько. Главное, чтобы хватило всего отремонтировать. Ага, железа нету. Так, ну дробаш смысла ремонтировать нету. Так, тебя мы отремонтируем позже. Ага, железа реально нету. Железа? Серьезно? Давай. А, у нас тут, да, тут есть звездочка. Я отметил все, что надо. Вот эту колючку я создавал. Давай штук 50 хотя бы. Железо нечем ремонтировать, ужас. Опа.
А я выложил, да? Я выложил снайперку. Стоп, подожди. Снайперка вот. На тебе в ухо. Так, вроде все тихо. Ладно, супер. Так, перезаряжать нечем. Ну и фиг с ним, мы потом перезарядим все это. Так, калашников скидываем, автомат скидываем, пулемет, дробаш оставляем. Вот, кстати, по поводу ПП, они стреляют 10-миллиметровыми. У нас 10-миллиметровый есть. Я думаю, что я с собой его возьму. Либо пехоль с собой взять. Лучше пехоль, наверное, с собой взять, потому что патронов к пехоли у меня дофигища. Так, давайте скидывать лишнее сразу же. Сейчас я покажу, что я там налутал, что я там находил. Покатался я много где на тачке, естественно. Так, вот. О, первый антибиотик, ребята. Первый. А нам надо три. У нас, кстати, травяной есть. Нам надо три антибиотика, чтобы получить эти... как его? Три антибиотика нужно, чтобы получить... Сейчас скажу, что. Так, тут ничего нет. Тут вообще все по нулям. Три антибиотика... Что... Кстати, сколько? 33. Давай, бабки. Это у нас есть, этого у нас пока нет. Даже скотч нет. Три антибиотика, чтобы получить... Три антибиотика, чтобы получить этот, как его... Сейчас я вспомню. Три антибиотика, чтобы получить... Я забыл, что. А, чтобы чертеж получить, чтобы делать антибиотики. Во, все. Наконец-таки, это я из себя выдавил. Так, давай забирать все. Нет, стоп, не отсюда. Откуда я тогда это? Куда это я сложил? Да, тут всякая шляпа. Погоди, а куда я сложил-то все? Это наши чертежи всякие тут. Да, с бурами, отбойными молотками. Это мы сейчас все посмотрим. Это ящик с модификациями. И да, вот весь наш топ-лут. Да, я бочечку скрафтил специально для этого. И мотоцикл я скрафтил. Вот он лежит, но толку от него пока все равно мало. Потому что, ну а что он нам даст? Ничего. Так, тебя перезарядим. Кстати, у нас есть модификации на увеличение. А, да, кстати, карман тройной сейчас установлен один. Причем очень хороший, там 20 с чем-то килограмм дает. Так, надо было на секундочку отлучиться. Так, остальные пластины, да. Надо железа больше, надо больше железа. Надо отремонтировать, во-первых. Хламомет, ты серьезно, сталью чинишься? А что у нас там чинилось еще? Ну, а, во, ау. Ну, все, аук мы скидываем. Так, детали мы тоже скидываем. Сейчас мы все раскидаем, я думаю, успеем. Свинца у нас нету. Давайте его сюда пока скинем. Да, тут уже вот этого просто очень много было, поэтому так и получилось. Так, тут еда нафиг не нужна. Стаканы не нужны. Три комплекта этих не нужны. Давайте мы еду в еду. Кстати, патроны держи. Вот здесь вот. Вот так, это сюда пока что. Пока непонятно, арматура вообще не отсюда. Столько мне не надо, я думаю, 3 максимум. Будет достаточно вполне. Больше мне и не надо. А что, у меня остальных арматур нету? А, есть, они просто здесь лежат. Так, бочку, естественно, мы с собой утащим. На раскопке. Так, еще 9 патронов откуда-то взялось. Так, ты иди сюда. Вот, кстати, 15 штук. Так и не завязал нормально. Так, хламомет мы тоже скидываем. Он мне, естественно, не нужен пока что. Это, в принципе, если мы барыжить пойдем, ну, после квеста, скорее всего. Давайте починим пока что. У нас есть починить. Ключ. Кстати, ну, вот тут можно ценник смотреть. Я вот сначала внимания не обращал. 43, 98. Ну, так, это наше. Это наше. Это наша лопата. Это лучше во всех смыслах. Тогда давайте модификации снимаем. Да, так. Модификации. Ага. Кстати, по поводу модификации. Что-нибудь есть у нас на лопату? Но я, конечно, сомневаюсь, что ты промодифицируешься вот этим. Хоть чем-то. Нет. Чисто дубинки. Вот, кстати, есть булава «Утренняя звезда». По сравнению с нашей электродубинкой, она лучше? Ну да, она лучше. Но, блин, булаву сейчас качать? У нее урон 5,6. У нее расход выноса больше. Скорость атаки меньше.
и урон блоком. Ну ладно, силовой атаки урон 7,6 всего больше. Но это и качество D. У нашей качества F. У нас с учетом того, что еще и прокачана она. То есть нам надо вот жезл, чтобы его улучшить, нужно всего 6 скотча. Кстати, давайте так и сделаем. Мы сейчас снимем модификации. Ну, не те, как, конечно, модификации, которые нужны. Ну, а что ж поделать. Давай десятку. Создай десяточку. Пока это создается, давай отремонтируем утреннюю звезду. Сколько она стоит? 500. 657. Замечательно. Лук. Ты продаешься? Продаешься. Вообще красота. Да, мы сейчас столько набарышим всего, что аж просто жесть. Так, это даже лучше. Защита, ну а тут меньше пиза. Тогда смысл мне в этой каске. Тебя мы ремонтируем в любом случае. Ты часть системы. Так, лопата новая. Так, арбалет у нас сюда идет. Давайте вот так поставим, наверное. Так, эту лопату на продажу. Ты у нас неплохо. Так, жезл. А, жезл я хотел улучшить. У нас стали не хватает. Да как так-то, а? Давай на все. Надо железо, короче, копать активно огромное количество. Да, у нас есть титановый, короче, лом, но он нужен на какую-то модификацию, поэтому смысла в нем сильного нет. Это мы пока оставляем. Давай вот эти хотя бы 30 сделаем, что ли. Так. Я же сказал 30. 64. Ну и что-то 30. Хотя бы столько-то. Так. Че, хватает на жезл? Хватает. О, и даже улучшился. Клей не хватает. И клейка ленты, и ангезит, и гаечек. Но у нас теперь прокачанный жезл 28. Ну да, по сравнению с булавой, которая где? Вот она. У нее, конечно, плюс 3. Окей. Но это D-качество, еще раз говорю. Это только E. То есть следующее у нас D-качество. Она будет еще мощнее. Ну, булаве она, конечно, будет уступать. Но да ничего страшного. Мы ее полюбили не за то, что она уступает булаве. Так, молоток мне пока не нужен. Кстати, молоток давайте сразу скинем, чтобы я его не продал. А то я же себе верю очень сильно. Буры будем делать просто для вот этого крафта. А, так, кстати, можем ручки делать. Но это такое себе пока. А тут экономии никакой нет, да? Банально было бы экономия, да, какой-то. Так, вот. Нам для этого нужны буры, топливо. А для той вроде следующей нужны... Еще и эти. Ну, это отремонтировать базу я, наверное, там отремонтирую потом. Тут мне уже такого, в принципе, ничего не надо. Так, давай смотреть, что мы еще можем скинуть. Так, забирай. А, модификации, естественно, скидываем. Они нам не нужны. Так, бутылка какого-то фига здесь делать непонятно. А что здесь должно быть? А, здесь должна быть конфетка. Как минимум, две штуки. И четыре взрывчатки. А, стоп, четыре взрывчатки есть. А что тут тогда было? А, не помню. Так, взрывчатка расходуемая. Таблетки сюда, это сюда, это сюда. Патроны здесь появились дополнительные. И все равно с ячейки пусто. Что странно. Так, ладно, давайте чинить дальше. Оу, погоди, погоди, погоди. Сколько стоишь? Неплохо. Так, в итоге мы все починили. Гайковерт у нас здесь стоял, а это мы все сейчас на продажу скинем. Это ключ. Гаечный. Я могу его скрафтить, и это выйдет дешевле. Кстати, железный шлем. У нас есть вот такой шлем. Этот хуже. Тогда ты идешь отсюда нафиг. Кстати, ботинки. Ботинки, ботинки, ботинки. Ботинки эти и вот эти. Эти хуже. Тогда берем вот так. То есть, да, мы сейчас себе сет собираем на что-то очень ужасное, когда мы пойдем воевать. Вот. Эти сычок... О, ну ты чё? Туман, прекрасно. Время 6 утра, туман. Так, и краску давай скинем. Ну, это противно, кстати. 70 килограмм у нас веса. Пока что. Пока что 70 килограмм. 70 кило, короче, у нас будет веса. Да прекрасно. А, я вспомнил, что тут не хватает. Тут не хватает арбалетных болтов, которые я зачем-то сюда выложил. Во. Вот так вот. Угу. 73 кило у нас. И 246 у нас еще есть. Прекрасно. Так. Много ли патронов? Да, патронов, наверное, я много взял. 180. Ну, на случай ужасного чего-то. 136. Вот, да?
То есть вот так мы будем, если что, издалека расстреливать, что хотя, ну, вблизи, в принципе. Так, тут все у нас прокачано, вкачано. Варианты, забрать все, что есть здесь, и пойти это продать. Но у нас еще не... Кстати, погоди. Да, я понимаю, что я и краску снимаю вот отсюда, типа. Тут есть еще где-нибудь краска? По цене вот. Неплохие ценнички у нас тут. Так, тут вроде красочек нигде нету. В хазматах тоже ничего нету. В ботинках тоже пусто. Тут просто много всяких шмоток, которых бы можно было... С которых можно было бы как раз-таки налутать денег. Плюс здесь вот у нас две ячейки всего осталось. Но тут будет дичайший перегруз. То есть еще с учетом того, что тут у нас ничего не делается. Вот тут у нас еще 7. 3-4 минуты будет делаться. Вот когда сделается, тогда мы продадим. А что еще? А, да, давайте быстренько пробежимся. Еда. А, 13 штук уже. То бишь... Плюс 5% обмена. Я хочу заюзать ее. Плюс одеть очки. Точнее, не очки, а заюзать таблетку. Вот эту. На плюс обмен еще 10%. То есть, будет ли у нас обмен плюс 15% или нет? Вот в чем вопрос. Хочу посмотреть. Обязательно этим и займусь. Да, огородец у нас не хреновенько так расширился. Я, кстати, стрелял себе два манекена. Да, вот так вот огородец себе расширил. Тут вот промахнулся, но мы добьем до самого края. Я думаю, да. У нас будет огроменный огород. Я хочу просто подождать, когда он весь разом созреет, чтобы у нас было все вообще шикарно. А, так, ну пороха у нас нету. Боеприпасы. Давай 37 штук сделаем. Они мне, в принципе, порадовали. Хотя я даже не знаю, насколько мощно он атаковал. Поэтому вроде да, вроде нет. ППшку я продаю. Хотя да, мы можем ее модифицировать. Но я думаю, что в этом смысла сильного нету. Вот. Поэтому я этим заниматься, естественно, не буду. Так, что у нас тут? У нас все переготовилось, но это мало. Да, железа придется очень много добывать. Но мы сейчас поедем с вами добывать именно с помощью... А, с помощью бура мы не добудем, потому что у нас бура нету. Да, с помощью бура мы не добудем, потому что у нас бура... Точнее, бур есть, но у нас топлива нет. Именно из-за этого мы на тачке не едем. Потому что, ну, а зачем? Какой в этом профит, если у нас все равно бенза мало? То есть без химстанции мы далеко не уедем. Стакан, естественно, не выпал. Но в следующем этом будет... обновление скоро торгашей будет. Мы заберем весь лут, какой у нас есть, и пойдем барыжить. Вот. А еще я заметил какую-то странную фигню, что у нас тут начали активно в некоторых местах кое-что переспавниваться. Зомби. Они начали активно переспавниваться. Почему так работает, непонятно. Ну да ладно. Да, я начал все тачки разбирать. Двигатели валом. А, мы, кстати, забыл чертежи посмотреть, какие мы надыбали. Какие я надыбал вне серии. Вот. Хотел, забыл их показать вам, что мы там нашли. Ой, даже можно облутать. Ну вот кто в здравом уме будет лутать, вот, точнее, есть вот на такой машине сломанной. Когда есть вон такой фургон, который там стоит. Который есть вот полицейская тачка. Который есть эти, как его... О, старьевщик 49-й, супер. А когда есть всякие там джипы и так далее, кто будет есть на такой машине? Ну, ну что, ребят. Я не знаю, зачем ее вообще добавили. Я ни за что не буду делать себе такой маленький убогий транспорт. Так. Блин, арбалет меня радует. У нас, кстати, мы же прокачались. Там сколько-то левелапов у нас было. Стоп, подожди. Зона должна была быть меньше. Вот из-за зомбаков мы не услышим, если кто-нибудь к нам пойдет. Красиво. Ладно, ну что ж, начнем копать. Посмотрим, как оно вообще. Слушайте, идет вообще-то неплохо. Ну, три блока, это понятно. Типа три удара. Ладно, в общем, сейчас мы найдем и продолжим. Короче, я его нашел, но я потратил хренову тучу всего и полицейских штук 5 убил. Офигенный груз. Просто. Два ферла приходило. Ну, вообще жесть, короче. Просто жесть. Я тебя ударю.
Короче, да, просто жесть. И что я нашел? Вот это я, кстати, использую, потому что это мне пригодится. А это я разберу. Ну, такой себе лут, если честно. Не знаю, могло быть и лучше намного. Вот, ну да ладно, фиг с ним. О, курица бегает. Ну, курица, ладно, курица пусть бежит. Мне она не нужна, банально. Арбалеты, то, что вот ваншотают плевать в какую часть тела, даже без стелса, это, ну, не знаю, нормально. Феррел, да, бежал, я ему с арбалета выпустил в башку, он притормозил, и я его добил спокойно. Вот, 440 опыта. 10 зомбаков убил, считай, плюс 1. То есть, ну, не знаю почему. Очки топ? Да. Яйца переспавниваются, это хорошо, еще лучше. Вот тут еще яйца. Нам просто надо много яиц набрать для того, чтобы, ну, жарить топовые блюда. Плюс у торговца, сейчас посмотрим, когда обновление, и поедем по двум торговцам. Вот только, ну, скорее всего, на тачке по-любому, потому что веса машины не хватит банально, так как его очень мало. Точнее, ну да, веса велика, поэтому, естественно, вес тачки. Только вот бензин мы намутим или нет, это уже вопрос другой. Если мы сейчас стакан не намутим никаким образом, то без понятия, как мы вообще поедем выполнять все это. Скажи, что ты... Ну хорошо, хоть... Серьезно? Вот именно когда я к торговцу пришел, даже кончился. Красота просто. Да, в общем, по карте говоря, да, вот тут вот был вот этот полигон, здесь хаммер стоит. Это магазин, а тут просто тир. Ну, то есть там ничего серьезного-то не было. Тут вот какой-то еще квадратик необлутанный. Здесь вот огромная парковка. Но там почему-то пара машин была всего лишь. Вот. О, тут есть что купить. Здравствуй. Здравствуй. Ну почему такое говно? Ну ты чего? Давай вот это возьмем. Спасибо. Неважно. Давай посмотрим, что у нас есть, в принципе, по очкам. У нас 4 уровня. Торгаш. Давайте бартер. Больше дюков за выполнение миссии. Дополнительный выбор наград за выполнение миссии. Или вот это надо. Ближе союзники получают 20 больше здоровья и выносливости. Это не то вообще. А в торговле тут только цены. А здесь тут только цены, а тут только дюки. Какой тут нужен уровень? Ну, не знаю. Давай прокачаемся. На это тут нужен 8-й. У нас пока не будем. Так, можем вот это вкачать. Будем больше наносить урона. Хотя кирка у нас и так неплохо дамажит. Смысла в этом нету. Вот сюда, в жезло пройтись. Шоковая дубина наносит на 10 больше урона и оглушает на 20 дольше. Тут, в принципе, неплохая тема. Я думаю, мы через шоковую дубинку и будем играть дальше. Вряд ли я что-то найду там, типа, топовое. Фермерство пока тоже неинтересно. Да, давайте. Блин, 3 очка. Во что бы вкинуться? Во! Увеличивает запас выносливости. Да. Ловкость пока не хочу. Даже не знаю, что прокачать. Давайте бартер. Вкачаемся. Какая работа у тебя есть? Принести. Так, что у тебя есть еще? Закупные припасы. Не, спасибо. Не нравится мне закупные припасы. Зачистка принести. До уровня как раз. Опять закупные припасы. Закупные припасы. Это тир. Второй. Третья ферма. Я тут нашел одну классную ферму, кстати. Закупные припасы, зачистка принести. А, надо нажать. Принести. Medium Store. House. Нет, я хочу посмотреть. На втором тире есть что-нибудь интересное? Типа заправки какой-нибудь. То есть тут фермы только и все, да? Ну, давай тогда принести вот это. Принять. 300 метров. Когда у вас обновление, ребят? На 17-й день. Ух ты, до 17-го дня еще ждать и ждать. До 17-го дня еще ждать и ждать. У нас 1500. Это можем купить. Вот это можем купить. Урон дубинок. А, ну это нам смысла нет покупать. Я дубинки через дубинки играть не буду, поэтому смысл покупать. Давайте купим вот это. Вот это обязательно. И все. Прирост добычи плюс 20. Я ни разу его не заюзал, кстати. Я все время про него забываю. Так, ну ремонтировать нам нечего. Зачистим, что ли, сходим? 148 килограмм. Да, только на базу сейчас сходим. Быстренько. Чертежики посмотрим, какие у нас есть. Ну и все, и пойдем зачистим здание. Если это то сам... А, там просто принести, то есть мы сейчас активируем его.
топ-лут, если я помню, где, то мы его заберем и все. Да, вот эта территория очищена, это прекрасно. Нам бы вообще задание на вот это вот здание. Каждую ночь, каждый день и при выходе и входе в игру задания обновляются. Вот, поэтому можем налутать себе все, что нам надо. Я так понимаю, у нас такой вес тупо из-за того, что мы глины набрали. А, нет, еще из-за того, что мы тачку разобрали. Так, это в хлам. Колеса у нас, кстати, во, аккумулятор. Кстати, аккумулятор, можно же тоже установить эту фигню на аккумуляторы. Держи. Вот, у нас будут дополнительно... еще бабки скинули. Это у нас 26 тысяч. Неплохо, неплохо. Я бы так сказал, что это очень даже неплохо. Так, веточки у нас вот здесь. Кстати, вот этого много. Вот это нам надо сейчас прокачать будет. Яиц нету, серьезно? Так, теперь у нас есть яйца. Это означает, что мы можем сделать еще тортиков. Как минимум 3, потому что у нас спирт кончится. И можем рыбную атаку сделать. Давай 5 штучек. Итого нам надо... А, ну времени хватит вполне. Так, тут у нас что? Ну, тут пока все в том же виде. А, это мы скинули. Давайте чертежи. Точно, чертежи. Алоэ? Нет. Меч? Нет. Спагетти? Да. Я не знаю, что она дает, но да. Стальной этот. У нас есть стальной? У нас есть железный. Ну, я верю в то, что мы найдем себе стальной. Поэтому нет. Вот, когда не надо. Так, дубинки точно нет. Чок дробовика две штуки нет. Дубинка шоковая нет, нож нет. А... раздвижная железная дверь с приводом. Угу. Нет. Нет. Бронепластина, да. Это уже есть. Но это не надо. 9-миллилитровый, значит, на 20% использовать. 9-миллилитровый имеет 20... получить... так. Большую дальность стрельбы при использовании оптического или коллиматорного прицела. У нас есть он. И драка в баре. Так. Так, режим ярости. После попадания по вам в драке скорость атаки повышена на 20, скорость движения на 10. Но я так понимаю, это мы используем, просто если по нам попадут, мы хотя бы быстрее будем ходить. А насчет драки зачем? Ну и супербобы пока лежат, потому что мы их не нашли. У нас есть карта сокровищ, кстати говоря. Скинем лишнее, у нас 2300 данных. Данные, ну, мы еще просто не нашли кое-что. Так. А, уровень 3 принести, а где карта? А мы сейчас по заданиям посмотрим по карте. Нет, карта. Давайте за сокровищами лучше съездим. Серьезно, у кого-то на заднем дворе закопано? Прям реально на заднем дворе. Так, так, ну 37, нормально, пусть готовится. Так, лопату починить. Мы же сейчас копать будем сокровища. Благо, ребята нам нас трогать, скорее всего, не будут, поэтому... Фиг с ними. Я мотоцикл бы даже взял, но толку от него сейчас нет никакого от слова совсем, потому что у нас бензина нет. Потому что я весь бензин слил в этот... в генератор, который, кстати, надо будет починить потом. Ну, генератор вроде он не ломается. Там чисто аккумуляторы садятся. Их надо ремонтировать постоянно. Вот, но нам это пока что не грозит, так что все нормально. Еще, кстати говоря, вот да, то, что зомбаки спавнятся заново, бесит, честно говоря, потому что, ну, ты играешь, а тут хренак, идешь в пустой дом, а там зомбаки. Почему? Непонятно. Кстати, еще вот это бы. Ага, до этого я физически не достану. Ладно, хорошо. Вот это вот я здание лутанул, вот это вот. Оно типа было в высоту. И вот эта левая часть, это, короче, она, ну вот, справа которая, она типа на бок упала. То есть это здание валяется на боку, и там все сбоку, что, в принципе, прикольно. Так, здесь у нас Ферл сидел, который нас, зеленый, точнее, Red Zombie, который нам хорошенько так назвездюлял. Ну, не назвездюлял, но мы вовремя успели сориентироваться. И завалили его нафиг. О, кстати, тушеночка. Спасибо. Тут есть вот медмагазин, но я уверен процентов на 100, что нам не повезет, и мы там ничего не найдем. Ладно, столбики я потом вне серии полутаю. Это, кстати, можно сейчас полутать. О, серьезно, книжка в мусорке? Опять? О, здрасте. О, мы нашли том шахтера. Что-то мы там находим на 10% больше.
Не, я знаю, что эти... Это что, башни с часами? Я ж прям залутать их хотел. А мы сейчас так и сделаем. Давайте отметочку поставим на башню с часами. И залутаем ее. Не знаю, она мне прям нравится. А, тут пусто. А как я там умудрился те залутать? Те не залутать, а эти залутал. И тут, наверное, я... Нет. А, я, наверное, чисто книжки забрал. Тут еще вот зданец какой-то здоровый. Тоже его хочется залутать, если честно. Но пока непонятно, есть ли в этом какой-то профит. Я хотел сделать маленький забег по фермам. Но ты серьезно там находишься? Мне что, реально придется на территории здания копать? Офигеть. А, ладно, фиксим. Повезет, интересно, быстро найти. Но это тут мешаться. Благо, зомби не будут приходить, если круг будет сужаться, как обычно. Просто я хочу сейчас его сузить слегка и посмотреть, где он будет именно. Серьезно, нет еще? А тут 250. Да круг вроде сузился, но от слова совсем нет. Вообще, ладно, сейчас я найду и продолжим. Так, я чудом его нашел, вскопав хренову тучу. Так, у меня очки те? Те. Теперь тебя еще и вскрыть надо. Ну, конечно же. Конечно же. Конечно же, так легко не вскроешься. Так. Опа, тихо. Доблей. Девять тысяч и всякий хлам. Да. 9000 и всякий хлам. Я рассчитывал на другое. Совсем на другое. Так, давайте в башню залезем. Не знаю, прям очень хочу за нее залезть, потому что без понятия, что в ней есть. Поэтому и хочу залезть. Так, сейчас я фонарики быстренько замучу. Так, и надо на шоковую дубинку переключиться. Про мусорки что-нибудь ценное найдем. Блин, не знаю, вот теперь вот после книжки в мусорке прям хочется ловить. Стекло, конечно, очень ценное, да, так. Деньги, конечно, это хорошо. О, тачка не тронутая. Кстати, вот зданица маленькая. Здрасте. А почему ты упал? А оно не такое маленькое, как казалось, ну ладно. Погнали, да, залезем, посмотрим. Может, там выход вообще через башню будет. Ну, типа, я же не знаю, что там есть. Плюс на случай ферлов у нас всегда есть что-то. Как вовремя, прям очень вовремя. Здрасте. Чертеж калаша, вообще красота. Там больше никого нету. Ну, пойдем тогда сейчас заберем последний столбик. Блин, арбалет меня очень радует. Не знаю, менять его на что-то я точно не буду. Так, давай уберем вот это. Просто я там видел, кажется, что-то интересное на каком-то из уровней башни. На всякий случай возьму дробаш. Че, серьезно? Тупо колокол? Хм. Ну, я же говорю, тут минимум... О, я что-то видел. Только я не это видел. Мачете? Я ради мачете сюда поднялся. Да, здание, кстати, приличных размеров. Но что меня интересует, это не это. Нет, шлепнуться тут меня не интересует. Меня интересует колокол. А можно ли его разобрать? Тебя можно снять? 30 латуни. Неплохо. Так. Погнали. Да тут можно, мне кажется, в окошко сигануть. Да, на колокольне был только мачете. Ну и фиг с ним. Чё там по квестам? Где ты находишься? 200 метров.
принципе, в следующей серии мы тебя, наверное, залутаем. А я на обратном пути пособираю фонарные столбики, так как это приличные бабки. Да, конечно, вес, но приличные бабки. И давайте быстренько, резко нырнем вот сюда. Убьем здесь всех, кого найдем. Там мне ничего не надо. Это вообще не проблема. А как я должен был сюда попасть? Кто-нибудь мне скажет, как я должен был сюда попасть, если не так? Ну, надежда на то, что тут стакан будет, нет. Кстати, здесь уровень 108. А, это одна полка и все? И что, все что ли? Так, может там что-нибудь есть? Я хочу посмотреть, просто подпрыгнуть и посмотреть, есть ли смысл вообще прыгать. Нет, смысла нет. Съедим. Так, это в разбор, это в разбор. Бла-бла-бла-бла-бла. Это все надо, 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 надо. Да, это все надо. То есть тут ничего ценного-то и нету. К сожалению. Тут должны были быть книжки, которых тут нету. Тут есть. О, кстати. Может быть, все же мне повезет. Да, не шумит. Так, ну вот это я разберу 100%. Потому что нам надо сейчас ремонтировать, кстати говоря, электродетальки. Электродетальками ремонтировать. Все. О, здрасте. Ух, нифига себе. Ой-ой-ой. Палево. Серьезно? Я настолько незаметен? Блин, это здание лутать долго, если честно. Да, тут тем более через подвал идти. Потому что крыша сломана. Да, ну ладно. Лутать это здание через подвал я не хочу. Я лутану сейчас тогда вот этого парня. Я вижу пятку чью-то. Вот в нее мы и шмальнем. Серьезно? Хима? Хим-костюм в пятку? Неплохо. Что это сейчас было? А что я подобрал? Я подобрал вот этот хлам. Бросить. Он ничего не стоит. Я знаю, что он ничего не стоит, но почему я его подобрал, непонятно. В общем, ладно, тут, в принципе, целого ценного ничего нет такого. Поэтому, да, давайте на этом тогда заканчивать. Продолжим уже в следующей серии. Пойдем по квестам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.